Учебный год начался не для всех. 32 подростка в городе решили не продолжать обучение. Найти их и объяснить, зачем нужно грызть гранит науки до полного среднего образования, решили сотрудники администрации. У молодежи свои аргументы. Здравствуйте. Это Кирилл? Да. Управление образования, комиссия по делам несовершеннолетних по вопросу вашего необучения. В этой квартире живет Даша. Она решила, что 9 классов ей вполне достаточно и даже не предпринимала попыток поступить в техникум или ПТУ. Застать Дашу дома не удалось. Сейчас она лежит в больнице с племянником. Если мама не обеспечивает получение общего образования, то в конце концов мама может быть привлечена к административной ответственности. Потому что пока она, Даша несовершеннолетняя, за нее всю ответственность несет родители, мама, то есть ее. Здесь несколько детей, самый старший 15 лет, и для нее обучение тоже закончилось. Он хотел меня поваром, но я поступила в этом году. Сотрудники администрации долго объясняли девушке, что можно поступить и сейчас, что набор в ПТУ продолжается, профессию можно получить совершенно бесплатно. Отклика и понимания чиновники не получили. Самая, наверное, главная причина – это неблагополучие в семье. Когда родители утрачивают влияние на своего ребенка, это одна из причин. Вторая причина, я считаю, это когда ребенку утрачен интерес к обучению. Когда ребенок становится неуспешным, поэтому ему неинтересно ходить в школу. Есть и такое. И, наверное, третье – это то, что, да, не сформировано такое необходимое качество – это трудолюбие. Разъяснительную работу в таких семьях приходится проводить регулярно. Убеждать, упрашивать, а иногда и пугать штрафами и лишением родительских прав. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.